Здравствуйте, мои золотые. Чем больше я занимаюсь изучением отношений мужчин и женщин, психологии, особенно в отношениях, тем больше удивляюсь извращенности мужчин. Да, то есть сейчас у мужчин очень интересный такой подход к отношениям. Они сидят месяцами, годами в социальных сетях, не пытаясь встретиться со второй половинкой. Они начинают манипулировать, исчезать, вызывать на ревность, блокировать. То исчезнут, то появятся, да? То есть мужчины выкачивают огромное количество эмоций из женщины. Самые эмоциональные женщины – это наши женщины, которые хотят тепла, любви, заботы, внимания, семьи, детей и так далее. Поэтому они более терпеливы. Они не спрашивают там ни деньги, ни возможности, да? То есть они считают, что счастье не в деньгах, хотя на самом деле я не думаю, что счастье в нищете с мужчиной, да? Из какой попала страны, лишь бы она была заграничной или, допустим, даже в наших, допустим, странах там, да. То есть мужчина ресурсно, он практически не сидит в социальных сетях. Ему некогда, он занимается работой, он занимается бизнесом, зарабатыванием денег. Поэтому если мужчина сначала активно вас к себе приучает, а потом начинает исчезать, значит, вы нарвались на очередного абьюзера, который будет выкачивать огромное количество эмоций. То есть нужно ближе, знаете, подводить к каким-то определенным знакомствам реальной жизни, да, проверять его во всех, ну, скажем так, направлениях. Скидывайте номер карты, пришлет деньги, не пришлет. Не пришлет, значит, не настолько он пытается строить серьезные отношения. Я знаю мужчин, которые никогда не общались с женщинами по видео и начинает им отправлять деньги, потому что он хочет с ней строить отношения. Поэтому, да, как бы начинаем любить себя и начинаем более аккуратно, осторожно рассматривать мужчину, который появляется из социальных сетей, со своей любовью, эмоциями, открыточками и так далее. Смотрим сегодня расклад, гранд-табло, цели, чувства, намерения, действия, что будет делать, чтобы разобраться вообще, кто вам попался тут в отношениях. Итак, поехали. Мужчина привык в отношениях с вами, в общении с вами, да? Но у него есть очень большие сомнения. То есть он всегда дружелюбен, тактичен, дипломатичен. Он хочет общаться, коммуницировать. Ему это необходимо. Что здесь у него большие сомнения? Это по поводу того, что стоит ли с вами заговаривать вообще о деньгах. Вот только мы про деньги поговорили, да? Тут уже мужчина думает о том, как бы, может быть, с вас поиметь какие-то деньги. Ему хотелось бы платонических чувств общения, эмоций, коммуникации, красивых отношений, красивых эмоций, да. И он считает, что вы здесь может быть друг другу по судьбе. Причем он считает, что он с вами может быть даже счастлив, что судьба послала ему подарок в виде вас. И он с вами может быть реально счастлив. Это то, что его волнует на данном этапе. Так, смотрим дальше. Здесь, смотрите, здесь он скрывает какие-то такие, ну, свои детские шалости, да, то есть у него могут быть небольшие тайны от вас, то есть не сказать, что он очень много скрывает, и ведет он себя тут как маленький капризный ребенок. Он очень сильно привязался, судя, да, по вот этим картам к вам. Вот, есть у него тут тайные страхи, зависимости по поводу того, что он строит какие-то иллюзии, фантазии, как он будет с вами что-то строить, что ему вообще необходимо и нужно. Он находится в доме, я бы так сказала, статуса. То есть мужчина статусный, мужчина может быть из приличной семьи, а мужчина... Хочет нравиться женщинам, мужчина нравится женщинам, да, он со собой безумно много ухаживает, то есть там, не знаю, может вкусным парфюмом дорогим пахнуть, да, может вообще круто одеваться. То есть здесь вот как бы вы в этом плане с мужчиной, ну, может быть, даже на какой-то одной волне. Вы как бы находитесь вообще в разных регионах, разных странах, разных территориях.
ему нравится, вы нравитесь, да, вот все у вас нравится, вот там, не знаю, от локоточков до ноготочков, там все, что вы делаете, даже если вы там орете, кричите, бьете посуду, ему все это нравится у вас, то есть абсолютно все. Он считает, что вы с ним находитесь в партнерских отношениях, вы его вторая половинка, тайная женщина, тайная. То есть или мужчина женат, или очень сильно скрывает, или просто он в соцсетях бережет вот эти отношения. Так, тайная женщина, смотрите, куда уходит эта тайна. Создаете вы ему очень много препятствий и проблем, которых он не понимает, не знает, что вы там вообще скрываете, зачем ему вы создаете препятствия и проблемы. Еще может быть ваша образованность, знание, понимание психологии человека, да, ему тоже мешает. Ну, то есть очень сложно обмануть женщину, которая умная, продвинутая, там занимается собой, да, может быть, раскрывается, там, да, духовно что-то изучает. Такую женщину очень сложно обмануть. Это для него, конечно, большая проблема. Проблема связана с тем, что нет роста. Ну, то есть он хотел бы как-то по-другому эти отношения построить, а здесь нет роста. Есть стабильная привязанность, стабильные отношения, стабильные коммуникации какие-то, да, но есть и препятствия, то есть вы не даете вот этого развития, то есть вы как бы отталкиваете человека, он вас чем-то не устраивает, чем-то не нравится, вы начинаете отталкивать, да, то есть все, что неприятно, человек, естественно, автоматически, особенно женщина, особенно брезгливая, они начинают от себя отталкивать руками и ногами, потому что ей некомфортно, некоммуникабельно, это то же самое, что там, не знаю, засунуть какую-нибудь руку в какой-нибудь ящик, где вот какие-то змеи непонятные лазят, да, то есть вы отталкиваете все, что вам не нравится, и что с чем вы коммуницировать не хотите. Он, смотрите, ждет от вас такого известия, ну, дружеского, доброго, надежного, когда вы оттаете, то есть когда вы нападаете или отталкиваете, он отходит в сторону и, да, выглядывает там, не отошли ли вы там, да, перестали ли метать ножи и так далее. То есть он как бы отходит в сторону. Чем тут известие связано? Известие связано с тем, что вы отсекаете отношения, отсекаете стабильные отношения, вам ничего не надо, вы ничего не хотите, его не хотите. Отношения очень для него значащие, да, то есть как бы в доме силы. Во-первых, вы по работе можете много помогать, подсказывать. Во-вторых, вы надежный такой человек, к вам всегда можно обратиться за какой-то помощью. Здесь у него могут быть какие-то дальние поездки, он куда-то мотается, ему нужно как бы, чтобы вы 24 часа были на связи, чтобы не искать никого, чтобы можно было там что-то посоветоваться с вами. Вот, поэтому у него такие дальние поездки, и он, может быть, даже подумает о том, что приехать, там, не знаю, в вашу страну или в ваш город, да, то есть поговорить, пообщаться, вообще выяснить. Здесь любовная тоска очень сильно мучает человека. Он здесь понимает, что здесь брак с вами – это брак по любви. И он понимает, что этот брак ему нужен. Да? То есть у него есть такое понимание, что ему это необходимо и нужно. Да, вот. А сейчас он сидит в вот этих тайных страхах, сомнениях, переживаниях, сомнения по поводу выбора. Какой ему выбор сделать, что в этой ситуации сделать, чтобы, ну, например, вы его не блокирнули, да, и выбор в сторону счастья, то есть он понимает, что он будет с вами счастлив, и будет счастлив как ребенок, вот у него такое понятие, да, то есть он с вами это. И здесь может быть какое-то небольшое развлечение, которое он принимает решение, то есть надо как-то, да, наладить отношения, перевести на позитивный уровень, чтобы, ну, вы оттаяли немножечко. То есть обстановка накалена до такого состояния, что он уже не знает, что ему в этой ситуации делать. Решение связано с тем, что вы поставили точку в отношениях, что вы сказали все, конец. И у него, знаете, как, ну, конец сомнений по поводу того, что вы вообще можете исчезнуть из его жизни. То есть это было, видимо, сказано в таком тоне уже, когда даже тупой понимает, что вы ничего не хотите. Поэтому ему сейчас где-то месяц нужно будет на какое-то принятие решения. Да, то есть он будет принимать решение, именно связанное с тем, что вы поставили точку, то есть до человека дошло, что вы ставите конкретно точку. Так, смотрите, что в этих отношениях вас ждет. Здесь вообще на самом деле у вас в перспективе там
Он будет понимать, что он вас безумно любит, когда он потеряет этот союз, когда вы, он вот сейчас осознает, что вы его прям реально так бортуете, да? И вот это вот как ваша хитрость такая изобретательная, что надо мужчину поставить на место, или иначе будет бесконечное какое-то развлечение в соцсетях. И вы настроены того, что лучше вы потеряете вот эти отношения и брак, чем будет бесконечное, да, вот это вот перезвоны, общение, рыдания, заламывание рук и беспочвенные какие-то пустые обещания. А у него здесь в перспективе, ему нужно сделать выбор окончательный, да? Ему нужно, конечно, тут будет как-то хитрить, мудрить, но ему надо уже уходить из дома и строить свои какие-то серьезные отношения, иначе он вас потеряет. Что ему не избежать в этих отношениях? Не избежать дома, семьи, брака в отношениях с вами. То есть эта судьба все равно приведет. Здесь очень тяжелые переживания на данном этапе, потому что он как-то начинает осознавать, что вы уже не шутите, да, то есть вы можете вообще как бы и замуж выйти, пока он тут валяет дурака. Вот эти переживания связаны с его обманом и хитростью, и обман, хитрость был по поводу денег. Ну, то есть он что-то обманул, что-то накрутил, он тут еще начал вам какие-то, ну, скажем, суммы озвучивать, что нужно еще там что-то больше, да, как-то вложиться во что-то, не знаю, в общий бизнес, в общий брак там или в общее какое-то жилье, да. И он понимает, что вот ваше разрушение в отношениях именно из-за его обмана. То есть у него осознание пришло. Сумасшедшее желание отношения и общение развивать, хоть какие, хоть какое общение, да. А здесь будут разговоры о семье, то есть здесь могут быть короткие какие-то сообщения, такое, знаете, как маленькое соперничество, то есть он не может уступить, не может проиграть, очень такой человек привык всегда побеждать. Здесь, знаете, здесь мечта, иллюзия о таком соперничестве, прям, ну, выиграть вот безумно, да. А мечты, иллюзии просто потеряны, разрушены, и вы не хотите общаться. Ну, то есть не даете ему вот это перетягивание каната, получание эмоций, там слезы, переживания, там не спать ночами, названия вам. То есть вы эмоции ему просто кран закрыли, да? То есть общение ноль. Не даете никаким путем, его отшиваете своим игнором. Так, где здесь переписка? Переписка, он сомневается, писать, не писать, что писать. И сомнения по поводу того, хотите ли вы с ним брака семьи уже на данном этапе. Так, смотрите, все, что он будет получать, и какие-то известия, и вообще, что он хочет. Он хочет надежных отношений конкретно с вами. То есть он такой фиксированный товарищ, ему нужна одна партнерша, в которой он будет уверен 24 на 7 всю жизнь. Хотя бы небольшое общение, какие-то известия. Он все время получает какие-то известия, общение, коммуникация, но больше всего он ждет общения и известий от вас. Длительные поездки по бизнесу, поездки по работе, поездки на дальние расстояния у него как бы идут, да. И сейчас вот в доме родителей видят как такого, ну, плохо человеку, да, плохо со здоровьем, плохо с состоянием, не в попад отвечает, понимает, что он не может собраться. Так, по поводу его семьи, его здоровья и так далее. Смотрите, он будет тратить деньги на свое здоровье, у него идет рост финансовый, и его семья достаточно обеспечена. То есть он ни в чем не нуждается, ему нужна любовь, эмоции, кто-то, из кого он будет эти эмоции высасывать 24 часа. Так, сомнительная переписка, сомневается в каких-то документах, может быть, в оформлении брака семьи у него есть сомнения, да, и очень хочется вот этого какого-то соперничества с вами, прям безумно. Что тут закончилось? Окончательное решение в голове сложилось, что надо двигаться вперед, что так, как было, не будет, а как будет, он пока еще не знает. Но он сейчас будет об этом думать. Что его радует? Радует, что вы статусная, что вы себя любите, что вы красивая, собой занимаетесь, вы очень привлекательная. Что он будет отсекать? Он будет отсекать какие-либо известия ненужные. Сейчас ему на данном этапе не будет общаться ни с кем, кроме вас, ну, если там не считать работы и бизнеса. Так, а разговоры о семье. Будут разговоры, он будет наращивать, ему надо закрепиться, устаканиться, понять, что вы его не бросили.
Здесь, смотрите, тяжелые переживания, он не спит ночами, его это выводит из равновесия, очень плохо он себя чувствует. И все счастье, вся радость, это может быть в каких-то детях, да, то есть если там в семье какие-то есть дети, там племянники, или может там дети от первого брака. И еще я бы сказала так, что, ну, маленькие какие-то радости его радуют. Переживает он по поводу обмана, по поводу того, что обманул, да, и все это разрушил своими руками, то есть у него пришло осознание, что именно из-за этого обмана вы не хотите общаться. Здесь бизнес, связанный с отцом, то есть может быть совместный бизнес, бизнес семейный и еще стабильный, да, то есть я бы сказала, он как в доме отца находится. Все его мечты могут быть связаны с медициной, здоровым питанием, может быть, что-то, какие-то проекты на эту тему, может быть, он сам занимается медициной, фармацевтикой, но еще при этом он такой, знаете, он такой соперник, ему хочется всегда победы, он не умеет проигрывать, и это, может быть, его как раз заведет в ловушку брака. Так, вы для него это партнерские отношения, да, то есть он вас воспринимает как женщину такую, которая для него судьбой предназначена, да, и здесь стабильная привязанность, он как-то не ищет что-то новое, назло даже вам, но есть препятствия в стабильности, есть препятствия в оформлении документов, то есть тут, на что-то вы пока не идете, не хотите. Здесь, смотрите, в социуме его воспринимают как молодого, такого, может быть, ребенка эмоционального, чувственного, да, то есть он как бы себя так проявляет, не проявляется как какой-то мачо такой, да, который там в охоте находится. Здесь идут тайные препятствия переживания, еще препятствия в плане обучения, образованности, понимания, что хочет и как хочет. Так, смотрите, здесь через месяц у него придет четкое понимание выбора, что он хочет быть счастливым, потому что он потеряет все иллюзии и фантазии о том, что вы с ним вообще готовы быть. Любовная тоска человека замучает, здесь для него брак по любви, то есть он здесь с вами не по расчету какому-то строит, да, и вы пока как тайная женщина в отношениях, то есть он все время вас скрывает, оберегает, холит, лелеет. Потеря общения, то есть он может вам не писать на протяжении месяца. При этом он там, не знаю, будет заедать свой стресс, там, переживать по этому поводу, да, и ждать, когда вы первое напишете. Мужчина фиксированный. Мужчина может быть, кстати, и даже в браке находится, но, допустим, какие-то отношения с женой. Хотя здесь жена не выпадает быстрее всего, что мужчина фиксированный, настроенный на брак, семью. Вы здесь такая вся профурсетка, приятная, коммуникабельная, вы можете флиртовать, строить глазки, он побаивается, что вы можете быть с другим. Статусный человек, да, настроенный на долгие годы, и ему нужна одна на всю жизнь, на которую он будет надеяться. Выбор сделает в сторону счастья, любви, удачи. И закончится его сомнение через месяц, что нужно что-то делать. Здесь, смотрите, в доме денег хитрец, лжец, обманщик, умеет зарабатывать деньги из воздуха. Примет он решение по поводу того, что надо как-то начать общение, коммуницировать. Будет он что-то здесь отсекать, уходя из дома. То есть, знаете, вот этот толчок вашего конфликта и скандала привел к тому, что мужчина задумался о том, что надо строить что-то серьезное, иначе просто он вас потеряет, потому что вы на огромном расстоянии, и сейчас на самом деле не от него зависит решение, а вы поставили точку, и ему приходится подстраиваться и менять какой-то вектор, потому что мужчина, когда работает одна схема, они свои извилины не подключают, чтобы что-то поменять, то есть работает эта схема, выходит она на эмоции, он это делает. Там, вы его ревнуете, если он выставляет какие-то фотографии. Он будет это продолжать делать, потому что это срабатывает. То есть нужно быть максимально безразличным для того, чтобы мужчина вот эту схему поменял. И он эту схему начнет менять буквально через месяц. Кому необходим полный разбор ситуации или отношений, можете записаться ко мне на консультацию.